Песенка называется «Лодка», ну такая зарисовка немножко философского толка. Вот лодка, что лежит на берегу, вот озеро качает облака, вот я себя от бед не берегу, вот ель мне в спину смотрит свысока. Сесть в лодку, попадая в такт небес, не плыть и не грести, застыть в воде, найти в самом себе противовес и маску одиночества надеть. И пусть уснут и лес, и бес, и высь, пусть даже овод спустится к цветку, а звезды непутевые зажглись, и мой маршрут на плащанице ткут. И я иду, как будто по волне, лесной тропой, и вот рабь берет, как в жизни хрупкой не сломаться мне, и смерть глухую слышать наперед. Вот лодка, что лежит на берегу, вот озеро качают облака, вот я себя от бед не берегу, вот ель мне в спину смотрит свысока, вот я себя от бед не берегу, вот ель мне в спину смотрит свысока. Сделал свою книжку «Море крылатое». Я вообще поэт безалаберный и очень такой невнимательный. Вот. А тут я вот как-то посвятил где-то месяца два, наверное, три вот, редактуре. И, в общем, она сейчас висит в электронном виде. Вот. И еще, вот, наверное, тоже хорошее событие. Я написал книгу «Сами бросаем курить». Это такое обобщение моего многолетнего опыта, так сказать, бросания курить. Вернее, лечение этого всего дела. Ты бросил? Ты реально бросил? Я только книжку написал. Нет, я-то сейчас не курю. Но... Это ценная книга для Меридиана, по-моему. Ценная, думаю, да. Ну вот если крылатое море, тебе надо обязательно сфотографироваться. С собой. Хорошо. Спасибо большое. Удачи, любви, творчества. Грамоту поверни. А книжка кто у нас? Книжка там.